Ловите респект, с вами Дим Пект, это Mortal Kombat 1. Погнали проходить за Ли Мэй. Возвращаясь домой, лорд Лю Кэн, мне приказано никого не пускать. Мне нужно видеть ее величество. Она должна назвать атаку на земное царство. Ее решение было неразумно, но она больше не внемлет мне советом. И сомневаюсь, что хочет слышать ваше. Императрицу обманули. Ша Цун и генерал Шао создали этот кризис, чтобы отнять у нее трон. Генерал Шао? Я знал, что он скрывает свои истинные замыслы. Но объединиться с Шан Цуном... Я знаю, что мы нельзя доверять. Если была бы я до сих пор Умгади, он бы не смог даже дышать от него. Мои источники в отрасли говорили, что он появлялся из ниоткуда, сразу привлек внимание императрицы. Он всё-таки к ней доверяет, начав лечить болезни принцессы Мелины. Увы, она страдает от Тарката. Таркат? Должно быть, императрица не себя. Если Шан Цун нашел лекарство, не удивительно, что она приняла его. Я никому об этом не говорю, надеюсь, что ты сохранишь это в тайне. Конечно, если об этом узнают, императорской семье придет конец. Ли Мэй, императрица Синдал, нужна твоя помощь. Нужна наша помощь. Ты пойдешь со мной? Смерть императора Джаред, та боль, что она причинила императрице Синдал, всегда преследовала меня. Один раз я подвел императорскую семью, но не повторю этой ошибки. Теперь все сходится. Мои контакты среди Умгади говорят, что солдаты генерала стали совать в нос на свои дела. Все же я не могу поверить в это. Генерал Шао совершил предательство? Таковы плоды древа семени, посаженного Шан Цуном. Он сыграл на честолюбие генерала, распалил его предрассудки и убедил, что только он сможет спасти внешний мир. Возможно, его не остановить. Умгади малы числом, а мои костяки не готовы к войне. Знаешь, что я тоже могу защищать императрицу. Возница, в чем дело? Эта помощь понадобится уже сейчас. Отведи Лю Кана к порталу Ли Мэй. Ему не радовал внешнем мире. Я не буду поддерживать генерала Рейка. Только не его план исходить трон. Тогда ты не живешь на смену власти. Мы окружены. Ли Мэй, я защитник земного царства. Я умею сражаться. Тогда убираемся отсюда. Тебе следовало пойти в армию, а не в костевле. Нам и прокатились с толки Мугади. Довольно, мне не нужна хвала предателя. Что ты умеешь делать? Секунду. Пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. О, это хрень прикольная. Готов.
О, мощь! Я думал, что нас Шао учит лучше. Что это хрень такая? Тихо, тихо, тихо. Да, тихо. О, говню. Похоже, я вас переоценил. Рейка, тебя ты собрал. Сообщников ждет суд. Нам нужно уходить. Скоро придет подкрепление. Новости по его прибытию или приближают тебя. Сдавайтесь и хотите страдать. Пропусти нас, Таня. Императрица и ее семья в опасности. Он принес известие, что Шансун и генерал Шао задумали переворот. Генерал? Так легко поверил лжи? Ты снова доказываешь, что не способен защищать императорский дом. Да, Сунь-До! Что за хрень такая? И что это такое? Ли и Мэй выбрал. Мы зря ценное время, Таня, закончим с этим. Получи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Готов. Мне жаль, но ты вынудил меня. Жрицы. Вы знаете, кто я? Знаете мое деяние? Когда я была одной из вас. У меня нет места в ваших рядах, но сердце все равно в Умгаде. I am still Umgadi. I will always. Я всегда буду чтить свои клятвы. Он пришел спасти императрицу. Пойдемте против нас, и она потеряет трон.
Придете к нам, и мы спасем Империю. Почему ты не убила меня? Потому что не желаю тебе зла. И то, что ты жива, доказывает уже императрице. Как ты смеешь, Ли Мэй? Тебе мало того, что ты позволила убить Джареда, ты позволишь Ли Кэна разрушить все, что осталось моей семьи? Смерть вашего мужа разбила мне сердце. Я потерял не только своего императора, но и ближайшую подругу. Знаю, вы никогда не простите меня. Но не позволяйте гневу и горю ослепить тебя. Мы пришли помочь. Нет, дочь, ты больна. Твоя предательство поражает меня, Ли Мэй. Как ты можешь стоять с землянином против нас? Я действую ради блага на вашей семьи. И всего внешнего мира. Задумайся на мгновение и поймите это. Ваше Величество, Высочество, прошу, это не та битва, которую нужно ввести. Тихо-тихо-тихо, китана. Будьте умнее, принцесса. Нет, Мелина. Я запрещаю. Я должна. Если я несу свою жизнь ради трона, то не буду достойна его. Я помню, как училась этому, принцесса. Вы были ребенком? Это было давно, много изменилось. Но не моя верность в вашей семье. Поверь мне, как верили тогда. Прошу, принцесса, выслушайте меня. Мы не должны сражаться. Мелина! Простите, принцесса, но не позволю вам навредить себе или кому-то, кому-либо еще. Нахрена. Нужно быть осторожным, чтобы не навредить ей. А
Ай-ай-ай! Ох! Поймал? Люкен, давай! Люкен, твой выход! Ладно, ты обосрался, Люкен! Таркат всех нас делает жертвами. Слава Аргусу. Спасибо, я у тебя в долгу. Мне тоже величество. Среди друзей не бывает долгов. Я рад, что на порядке, что наш конфликт завершен. Временно. Ли Мэй заслужил мое расположение. Я еще не уверен насчет вас. Я жажду лишь мира, ваше величество. И поэтому посадили своих прислужников в мою империю? Вы оказались врагом, о котором меня долго предупреждали. Я понимаю ваш гнев, но у меня были причины полагать, что Шансун представляет угрозу для нас обоих. Я не хотел вываливать на вас свои подозрения, пока не подтвердил их. А сейчас они подтвердились. Шансун, Куанчи, генерал. Они сговорились, чтобы спасать наши миры. Серьезное обвинение. А где доказательства? В лаборатории Шансуна. Если то, что вы увидите, не убьет вас, я сдам ее на царство без боя. Как я могла так не ошибаться? Шан Сун погряз в пороке. Генерал Шао потакал ему. Они не те, кем я их считала. Несмотря на мои усилия, все они, включая Куан Чи, не те, кем должны быть. Они не ваша ответственность, они из внешнего мира. Но именно я создал их судьбы. И судьбы из всех существ начали истории. Вы создали мир? У вас получилось получить создание, полубог? И сейчас я же полубог. Но тысячелетия назад я был сильнее всех старших богов вместе. Я был титаном и хранителем времени. Это Гирос. Ваше Величество, Ваше Высочество. Гирос — хранитель песочных часов. Это небесный объект, существующий за пределами царств, песочные часы управляют временем и судьбой. Когда я владел силой, то должен был создать все сущее. Что я и сделал, перезапустив историю. Перезапустив? До этой временной линии присущи миллиарды других, правда, это первое, созданное Люканом. Остальные были полным трудом его предшественницы, кролики. Кролика была помечена на уравнение добра и зла. Когда временная линия слишком отступала в одну или другую сторону, она останавливала ее и перезапускала историю. Изменяя жизнь и события, надежда добиться золотого баланса. В предыдущем времени Ройка наделял Шансун и Куан Чи мастерством над самой мерзкой магией. Шао не был не генералом, правителем тираном, помешанным на завоеваниях. Вы истинно были его беспощадной женой, готовой простёрывать сохранение своих привилегий.
Когда я забрал золотые часы, то поклялся изменить все к лучшему. Поэтому в это время колдуны не должны были получить своих темных сил. Шао должен был остаться вашим верным соратником. А вы править внешним миром строго, но справедливо. Кто-то вмешался в планы Люкана. Шао, Шанзун, Куанчи, все и какая-то неизвестная личность превратила в злодеев, которые они были в предыдущих временных линиях. И что теперь? Мне склониться перед создателями? Начать поклоняться? Нет, ваше величество, принять предыдущую роль меня вынудили обстоятельства. Я не бог. Вы обладали властью над всем сущим, но отказались от нее. Просто я видел, как она свела кролика с ума. Я знал, что справлюсь не лучше, и... Да, как ты смеешь злоумышлять против внешнего мира? Не против внешнего мира, а лишь против вашей бестолковой власти. Ваше поклонение перед ним делает нас вы. И поэтому творить его невозможный ужас лгал мне о том, что угрожает нам? Из-за тебя на моих руках ходов землян. Кровь пролита без причины и это провокация. Всем стоять. Императрица, все отойдите. Что это? Амулет Шинока. Оружие ужасной силы. Он не должен существовать. Его создатель лишен силы, как и планировал Люкан. Очередное доказательство вмешательства. Довольно, Молтани, вы склонитесь перед новым императором внешнего мира. Покажи вам амулет, его зло тебе не по силам. Думаете, его собственно не знает своего оружия? Я более чем готов. Итак, генерал Шао выбрал сторону врагов внешнего мира против меня. Он глупец, раз выбрал вас, растущих демонов. А что ты умеешь делать, секунду? Пам. Угу. А что я сделал? Ну окей, прикольно. Хе-хе. Ты продолжаешь сражаться? Какое бессмысленное занятие. Мы относились к жизни, но я тонулся как грязи. Настал день нашей мести. Тихо. Тихо.
Ну не, говнюк. Ты не лучше чудовище Шансуна. Да, они ваши дочери, они не погибли, они затащены в амулете. Мы еще можем их спасти. Спасите! Не удивись, что ты участвуешь в передаче Шао. Знаешь, что ты плачешь с жизнью. Эту жизнь я обязан ему. Для меня честь найти ее, чтобы разрушить ему. Фина. Ну блин, давай. Получай. Эй, отлично. Обманшал не снимет с тебя ответственность за ответственность преступления. Тогда волосиками. О-о-о. Готов. Твое восстание влечено. Шао. Твое предательство ранит сильнее всего, Рейн. Я считал тебя сыном. Я перерос вас, императрица. Шан Цун показал мне, что использовал лишь одну долю своей силы. Чтобы познать ее, должен сбросить ваше ограничение. Шан Цун научил меня такому, что тебе неизвестно. Я покажу тебе. А я могу делать вот так. Его... Что это делаем? Получи, водяной. Тихо. Да тихо.
Говнюк. Пейн. Пам-пум-пам. Пу. Волосами его. Кидай. Как утомительно. Ты навсегда мертв для меня. Твоя власть конец, Синдел. Я помню, каким слабым и болезненным мальчиком ты был. Как твой отец сказал, чтобы ты преодолел свои слабости. И ты оплатил ему на превратный идеал? Твоя работа объяснила все, что было для него важно. Ух ты, хрена. Ай, все, хана. Не, ну мощно, мощно, мощно. Насрадись. Сейчас управление закончится, но наслаждайтесь этим мгновением. Ты оставил мне империю, твой род, наверное, опозорен, навечно опозорен. Готов, Шао. Можешь идти, генерал. Амулет, Your Majesty. Амулет, Ваше Величество. I hate to disrupt. Не хочу его встревать, но чтобы спасти Единое Царство, нужно действовать быстро. Это приказ моего Создателя? Нет, Ваше Величество. Это просьба друга. Ах, скорбочь. Ладно, на этом я все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.